перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну там как бы был рядом я и Оксимирон. Я могу же это считать, что батл с Оксимироном. Номер ресторатора. Такие. Я надеюсь, он это не посмотрит. Е, мне нравится камера на ведро. ПМ. Ну да, 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 он проиграл 3-2. Кому? Нитру, Нитру, да, проиграл 3-2, точно, в финале. Слово «юх». Адушеву, помахать Толяну Адушеву. Помахать Томе. И... Вы что, с ума сошли? 9 человек, у меня раньше было 4, да, максимум 5. Камон, вы что? Я же хуёвый рэпер. Каких судей они монтируют? Всем салют, я никого не знаю, я в шоке, что происходит. Блин, тоска. О, тут Толян шутки пытается шутить, ну нормально получается, Толь. Продолжай. Здравствуйте, здравствуйте. 9 человек, я в шоке, 9, камон. Вам делать, что ли, нечего больше, ну, типа? Толяныч, бро. Капец, что с моей прической? Стримить? О, за донаты. Прям никого... О, Паршкова Елена, привет. Я просто не видел, как ты присоединилась. Я, может, тебе махал, но я не видел. Потому что меня чуть не сбила вот эта вот машина. Ну да ладно. Тебе нужен ресторатор, так напиши в личку ему. Попроси Мирона, чтобы он написал насчет тебя. Я уверен, что вы с ним на короткой ноге. Блин, я смотрю вот на эту высотку, которая сзади меня, и я вспоминаю этот ночной дозор. Тебе добра пожелали. Я желал всем добра. И до сих пор желаю, потому что я добрый человек. По какому существу, алло? В смысле, как тут банить людей? И это школа Забе. Как забанить того, кто мне не нравится? Привет, привет, Рябиноч. Рябина, здорово, все отлично. Как вы добрались до Москвы? Все четко, надеюсь. Мне, короче, надо убить время до 11 часов. Поэтому, но у меня 40%. Вот. Такие дела. Жесть. Рябина, прилежай там, когда следующий РБЛ будет четко. Я не плывешь брасом. Да и слушай, я не был ни разу. Я на море-то был последний раз, но очень давно. Ты про океан спрашиваешь. О, наработки. Не, а я-то не наработки, в смысле тоже. Я-то нет. Капец, как холодно держать руку с телефоном. Все, меня все кинули, 4 человека. Все, вам эфиры по существу надо, да? Короче, спойлеры. Спойлеры РБЛ. Итак, Мовец. Ну, вы поняли дальше, да? Че залетай? А, ну, чувак с Версус тоже. Блин, возможно. Возможно, к нему была отсылка. Я просто не понял, я глупый, значит. Братка, летай, прости меня, если ты это посмотришь, не признал. Все, меня все покинули, это четко. Блин, мне лайки летят.
Рябина, это ты? Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво, ё-моё. Да я фокусируюсь, хватит. Что? Не хочу жаловаться. Я, видимо, пожаловался на кого-то, сорян, если что. Потому что у меня палец криворукий. Да, привет, мужик. Глеб. Кхуртай. Я не знаю английский, поэтому кхуртай. Да, спасибо, бро. Версус тоже так, наверное, надеюсь, считает. Главное, котят не топи за меня. Это жестко. Блин, как все лагает. Вот так вот, как тяжело быть пользователем ведроида, когда все лагает. Подарите мне iPhone, ребят, скиньте, вас 6 человек. Скиньтесь, и это, у меня будет iPhone, я буду классным. Четко. От НАСА до Марса? Воу. Блин, ну слушай, я не помню сейчас точно, где находится НАСА, просто у них штаб. Ну, полюбас они с Байконура... Ну да, с Байконура... Нет, стой, Байконур это в России, я тупой. Мы с Канаверал. Полюбас НАСА стартует с Канаверала, как и SpaceX. Вот, так что надо просто, типа, от мыса Канаверала проложить, самую короткую линию до Марса, и все. Мы узнаем ответ. Кстати, нас же не через точку, по-моему, пишется, а просто нас на английском. Ну, пофиг. Бля, главное, летят лайки. Когда летят лайки, все ништяк. 22:16. Так, 16 минут я убил. Осталось убить еще час. Просто я жду одного человечка. И все, а пока я его жду, я вот решил посидеть с вами. Ой. Такие вот дела. Капец, я страшный. Ладно. Просто до этого был такой красивый вид, типа, что это, заката. А сейчас, типа, мое лицо. Такое себе. Чабрец. Я вижу чабрец. И еще грустно, что типа я не могу идти в наушниках. Я надеялся, буду слушать музычку и болтать, но что-то никак. Привет, 11 Буйлин. Сорян, я плевас неправильно сказал. Чайхана. Блин, как все засвечивается. Да ФБ живо, видишь, отборы идут. Пока отборы есть, ФБ живет. Что дальше, без понятия. Все ждем. Тюленюшка! Тюленя, Соломуля! Как там в Минске? Ты больше не падаешь с раунда Фогела? Все, давай, удачки. Это 4 чувака. Их было 4, 4 пацана, уже 3. Их было 3. 3 лучших друга знали, что в ответе за друг друга. Все вокруг говорили, что они братья. Шутили. Блин, сейчас грустная песня, сейчас заплачу. Вы что, с ума сошли? Копящая масса выделяется из масс? О чем ты, мужик, вообще? Камон, даже я не знаю, что ты сейчас говоришь. Ты че, с ума сошел? О, я красивый стал. А так нет. Либо наоборот, я не знаю. Оп, помахать. Блин, в институте теперь можно махать, это очень смешно. 3 человека. 3 человека. У меня целых 3 человека. Я на хайпе, как всегда.
ёбаные фонари. Мне тоже помахают чётко. Я, короче, не знаю, что делать. Вот. Сейчас море чая. Бля, я же на Ленинском, ёпта, можно пройти дальше. Популярите, ебой. Как говорит один ментор. Да, тюлень, тюлень, конечно, скидывай это. Ну, цифры мои знаешь. Позвонишь, обкашляем. Вот этот вопрос. Ну, без проблем. Отсужу судейский. Ой, фу, текстовой. Мое судейство будет топовым. Там обязательно текст, ну, читать, или можно по никам судить? Ой, все, зарядочка, зарядочка. Мне еще звонить. Все, всем покусики, всем люблюсики.